9 августа, Минск. Сегодня утром плохо работает сотовая связь, практически не работает интернет, поэтому нет возможности оперативно связываться с коллегами и рассказывать о происходящем с места событий. Тем не менее, сегодня для белорусского народа наступает переломный момент. Во-первых, 9 августа проходят выборы, честность и легитимность которых весьма сомнительна. Во-вторых, сегодня и последующие дни силовики будут куда агрессивнее и жестче разгонять протесты. До этого белорусы были подвержены достаточно распространенному заблуждению, что крики «милиция с народом», крики «позор» могут как-то пристыдить сотрудников ОМОНа. Но подозреваю, что силовики сейчас не испытывают каких-либо мелодраматических переживаний, не ворочаются в постели, вспоминая, как они кого-то несправедливо огрели дубинкой на протестах. Сегодня, здесь и сейчас, силовики выполняют приказ своего работодателя. А своим работодателем они считают нынешнюю авторитарную власть Республики Беларусь. Я готов. Много людей тоже готовы. Ну, главное, что стоять до конца. И не разбегаться. Ну, как-то надо плотнее держаться друг за друга, выручать, вытаскивать из тех же рук работников милиции. Лукашенко всю тюрьму, страну делал. Это вся тюрьма. Хватит сидеть молодым ребятам за 5, за 10 рублей. Сколько можно? Мою жизнь в тюрьму превратил. Хорош, Лукашенко. В шоке от такого отношения властей к нам. На самом деле, по родному городу нельзя пройти спокойно. Ну, это, наверное, выше всех границ, которые будут. Итак, уже прозвучал звук, до боли похожий на взрыв светошумовой гранаты. Это достаточно такой тревожный сигнал, потому что лично я думала, что светошумовые гранаты полетят несколько позже, как минимум дня через 3. Не в первый же вечер вся программа «Максимум». Однако обстановка накаляется. Сейчас сюда, с Дворца спорта, движется толпа протестующих. Впереди меня ОМОН. Стучат они дубинами по щитам. Такой вот подавляющий, угрожающий звук. Протестующие занимают мост, и прямо сюда сейчас движется ОМОН. Такая внушительная колонна ОМОНа. Снова они включают свои звуковые эффекты, стучат по щитам. Протестующие вот сейчас перекрыли мост, перекрыли проезжую часть. И, судя по всему, пока намерены здесь остаться и держать оборону. Молодец, что милиция перешла на сторону народа. Ребята, пожалуйста. Thank you.
Путина хватит. Нормально, блядь, не хватит, мужики, блядь, тачка не моя. Да знаю, хоть сколько. Сколько на тебе? А сейчас еще найдем, подожди. Первый протестный день завершился поздно ночью. Пока непонятно, что происходило в разных частях города, поскольку до сих пор нет интернета, никакой связи друг с другом. Единственная возможность получать информацию – это по слухам, через кого-то, кто что видел, кто что слышал. До сих пор я не в курсе, что же произошло на стеле. Там, опять же, по словам протестующих, было очень жесткое подавление протеста. Кто-то говорил о десятках раненых, кто-то о сотнях раненых. Тем не менее, колонны скорой помощи в том направлении ехали не переставая. Пока ничего не известно. Как только появится интернет, и если он появится в ближайшее время, что-то можно будет уже выяснить. Мать!